Дамы и господа, приветствую. Сегодня у нас на ремонте коммерческий транспорт Peugeot Boxer 2008 года, дизель. Значит, проблема заключается в следующем. Пустой он или груженный, значения не имеет. На любых неровностях идет отчетливый стук в задней части автомобиля. Значит, грешили мы сначала на задние двери, потому что там уплотнительная резина уже такая поднаевшаяся. Двери плотно не прижимаются, соответственно, могли они стучать. Но прокатился я в кузове, послушал, двери, конечно, гремят. Но отчетливый стук идет все-таки со стороны подвески. А так как в подвеске, по сути, там стучать нечему, то есть там все достаточно просто, были приговорены задние сайлентблоки рессоров. Вот, ну, сейчас будем смотреть, пробовать их снимать, разбирать, вернее, ну, в общем, разбирать, снимать, смотреть на них. Если потребуется замена, значит, будем менять. Все, дальше ехать, проверять, смотреть. В общем, все, поехали. Так, сегодня меняем сайлентблоки задние, которые расположены. Умелая работа рук, никакого мошенничества. Вот, видишь, я всех раздавила. Еще не вылазит. Так, вот такие сайлентблоки подходят от УАЗика. Стоят 70-80 рублей. 65 даже, 65 рублей. Номер 469-290-02-028 ПУ. Полиуретановые. Оригинальные 4 рублей 600 за штуку, 650. Неоригинальные нашли за 320 за штуку. А вот УАЗиковские за 65 идеально встанут. Поэтому их сейчас будем ставить. Сейчас здесь все открутили. Сейчас нам надо его отсюда будет вытаскивать. Не успели мы еще вытащить сайлентблоки. Пообнаружили тут тупо незакрученную гайку на аморте на заднем. И он просто болтается. Начну подкладывать их. Ну-ка, подергай его. Шайбу надо. Вот так он, короче, гуляет. Надо шайбу, есть шайбу? С трудом. Но мы его сорвали. Он выходит. В общем, купили мы вот такие резиночки. Алло? Вот она плотничком там заходит на сам болт. И вот сюда, чтобы аморт прижался. Сейчас обратно, пока не будем выбивать сайлентблоки. Сейчас мы их обратно закрутим и проедемся, послушаем, будет греметь у нас что-то или нет. Потому что оба аморта и с правой, и с левой стороны болтались. Вот с этой сейчас затянем. Сайлентблоки живые. Да. Пойдем с другой стороны. Сайлентблоки вроде когда живые, по ходу дела. Менять их не будем? Менять не будем, да. Новые, раз уж купленные, пусть будут. Тем более
сумма невеликая. Потом пригодятся, можно будет потом поменять. Так, затянули верхний с другой стороны. Но у нас тут по ходу дела еще и снизу. Вот здесь он тоже не затянут до конца. Болтается и снизу. Сейчас еще подтянем снизу. Пробуем пока вот так просто подлезть. Ничего особо не снимать, не поднимать. Сейчас, конечно, не закрутится. Будем, наверное, колесо снимать. Если закрутится, значит закрутится. Господа, не получилось у нас на земле, в общем, открутить гайку нижнюю, которая на морде стоит внизу около колеса. Не хватает там хода. Приехали мы на эстакаду бесплатную. В общем, вот так вот тут это все выглядит. Сейчас будем откручивать. Тут, конечно, поганенько. Все в масле, в грязи. В общем, народ пытается тут ремонтироваться или, в общем, что-то делать, но никто за собой не убирает. Сейчас общие планы и крупные дам немножко посмотреть, в чем нам сейчас придется тут трудиться. Ну, слава богу, нам просто надо закрутить. И все, и поедем обратно. Вот такое, в общем, тут везде хозяйство. Взяли мы с собой картон, чтобы прям не ходить по маслу хотя бы там. Да. Потому что приятного, прямо скажем, мало. Очень все загажено. Сейчас мы кидаем картон, хотя бы по нему ходить. И будем откручивать. Вот там гайка. Колеса. Вот она нижняя держит аморт. Вот ее нам надо будет сейчас выкрутить. Немножко. Купили еще прокладочек резиновых. Сейчас ее выкрутим, прокладочку поставим и закрутим обратно. Вот у нас такие похильчики еще, чтобы почище обувь осталось. В общем, все, приступаем. Ну, вот она, эта гайка. Крутим. Просто вот до этого хотели мы... До этого мы хотели открутить ее с земли, но там, как сами понимаете, не очень удобно это было делать. Ну вот, смотрите, с левой стороны есть типа уплотнительная какая-то резинка, которая прижимается вот там винтом. А с этой стороны она у нас высохла, отвалилась, видимо. Поэтому купили мы вот такие же штуки, как на верхнюю часть. И сейчас это все затянем. Ну и все, а сами сайлентблоки, соответственно, менять пока не будем. Потому что причина не в них. Сейчас как ехали, ничего у нас не случится. После прикручивания верхних винтов, болтов, тектоника. Поэтому проблема будет решена малой кровью. Господа, в общем, дело оказалось 5 минут. Винт закрутили обратно. Сейчас прикрутим на место бампер. Скручивали мы его для того, чтобы можно было к сайлентблокам подлезть, не снимая колес. В общем, сейчас все вернем на место. Все сделано. Можно отправляться в путь, загружать машину и продолжать работать. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи и пока.